Канал ВО с Юлией Ковальчук. Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня приготовлю быстрый слоеный пирог. Такой пирог а-ля пицца. Начинай готовить. Для приготовления понадобится по 500 грамм слоеного дрожжевого теста, помидоров, сыра моцарелла, а также соль, перец и сушеный базилик по вкусу. Форму размером 20 на 30 сантиметров я смазала растительным маслом и присыпала мукой. Выкладываю размороженное тесто в форму, раскатываю его и делаю из теста небольшой бортик. Нарезаю моцареллу на кусочки шириной около 5 мм. Помидоры нарезаю на кружочки шириной около 5 мм. Выкладываю на тесто, чередуя моцареллу и помидоры. Присыпаю помидоры и сыр солью, перцем и сушеным базиликом. Отправляю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Этот пирог для тех, кто любит пиццу и не любит возиться с тестом. В нем много сыра и томатов, и вкус просто отменный. Приятного вам аппетита и отличного настроения! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. До новых кулинарных встреч!